Добрый день, меня зовут Акбаев Ильнур. Я являюсь студентом 5-го курса Уфимской государственной академии имени Загира Исмагилова, факультета башкирской музыки, а также являюсь солистом оркестра Государственный академический ансамбль народов танца имени Файзи Гаскарова. И хочу поблагодарить наших ветеранов, хочу их поздравить с годом культуры, а также в преддверии Нового года хочу их поздравить с Новым годом. Желаю счастья, добра, благополучия, семейного счастья, здоровья. Пользуясь случаем, хочу тоже поздравить не только ветеранов, а всех работников культуры, то, что они сохраняют традицию нашей культуры, сохраняют, а также передают. Это действительно нелегкий труд. Башкирский народный танец «Загида» в исполнении моей партнерши по сцене, моей коллеги Миляуши Хайбулиной. И, конечно же, следующую эстафету я хочу передать тебе, Миляуша. Спасибо. И вторую эстафету второму человеку хочу передать, это мой друг, мой коллега,
работник филармонии, работник национального оркестра Республики Башкортостан Мусахиддинову Рафису. И третью эстафету я хочу передать моему коллеге, тоже работнику Файзи Гаскарова оркестра, это Андрей Позяк. Это все.